Дорогие жители города Тольятти, Комсомольского района, работники Тольятти Азот, впереди у нас Новый год, 2021. Год выдался очень непростым, напряженным, много неожиданных проблем перед жителями не только нашего города, страны, в целом мира. Это пандемия, которая развивалась спонтанно, неожиданно, поэтому очень много неожиданностей и проблем возникло в соответствии с этой болезнью. Но хотелось бы сказать, что и город, и район, и Тольятти Азот достойно встретили эту неприятность. Работы продолжались, город жил своей обычной жизнью. Единственное, отдельные мероприятия были просто перенесены на будущий период. Хотел бы отметить, что наше предприятие «Тольятти Азот» активно участвует в жизни города с помощью финансовой поддержки. Участие «Тольятти Азот» в Комсомольском районе в этом году было построено, введено в эксплуатацию 6 детских и спортивных площадок. «Тольятти Азот» активно участвовал, непосредственно помогал врачам для того, чтобы как можно увереннее себя чувствовать с теми больными, которые, к сожалению, массово поступали в наши больничные учреждения. «Тольятти Азот» участвует во всех мероприятиях, связанных с социальной жизнью города, с мероприятиями, которые проводились к различным датам. Поэтому хотелось бы сказать, что наше предприятие социально активно поддерживает горожан, особенно Комсомольский район. Ну и впереди у нас следующий год. И хотелось бы, чтобы он у нас гораздо позитивнее выглядел, чтобы наша жизнь была лучше, активнее, участие. Но всем горожанам хотелось бы пожелать, чтобы все провели Новый год в кругу семьи, с близкими, отметили его хорошо. И пусть следующий год был лучше, позитивнее, и у нас все наши пожелания свершились. Дорогие друзья, с Новым годом! Всем здоровья, удачи и благополучия!